субботу. В субботу же тоже есть что-то такое. Не может... Не, Жади, Харди очень любит Жади. У меня там вот есть самостихи. Смотрите, смотрите. Слышь, я сейчас снимаю. Слышь, Маша, у меня есть там стихи о собаке, да? А, вы же говорили мне. Нет, так я сейчас скажу, я это не говорил. Я когда сам читаю, потом хочу или дочке, ну, или жене, да? И вот не могу, представь? Вот боюсь, что могу сама заплакать. Так сама Жади жалко. Представ? Ну там написано, что собака живет только 10 лет. Да? Нет. Это, на глаз говорю, 10-12, как разница. Ну, живет жена, ну вот мало. Да. Собака. А это ж куда лучше друг, чем люди. И пристал. И вот... Я вам скажу так, у меня с подружки на собака умерла 17 лет. Ну это, ну, разницы нет. Я имею в виду, что мы будем живы, а на их не будет. И мы, ну, вот это, ну, вот уже знаем. Что, их вот, что они, ну мы вот раньше. Не, не про это, ну что, ну ладно, это такое дело, что. Не, еще куда вам думать? Год еще собаки полтора. Ну, люди, ну, есть разные елки-палки. Не надо. Меня тетя похоронила 3 года, 4 назад, до сих пор ходит. Год же уже завела, отцу гайки ходит. По-разному думают, по-разному воспринимают. Все это, всякую штуку на первый взгляд, сама мелочь. Есть люди,